Ну что, друзья, прошел вот первый месяц работы нового объекта. Напомню, что это наша первая мойка по франшизе, и мы решили ее открыть не просто так, а рассказать и показать вам реальный кейс нашей работы. И напомню, что мы не знаем, что из этого получится, потому что мы можем сделать полную жесть, и, возможно, здесь не будет клиентов вообще. А может быть, мы сделаем крутую историю, и на ваших глазах все это произойдет. Дано, мойка открыта месяц назад по франшизе с нашими партнерами. Мы рассказываем реальные цифры, математику. И четвертое – это задача вам показать те реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И сейчас я вам расскажу об этом подробнее. Так, ну что, мы находимся у нашего партнера в Москве по адресу Пятницкое шоссе, дом 20. И сейчас прошел первый месяц совместной работы. Вообще, откуда узнали про робот-мойки, в принципе, про эту концепцию? Откуда появилась идея? Вообще, это все, ну, мойки эти не по Европе есть везде. То есть мы же много лет назад там ездили, смотрели еще первый раз, там видели, такие, ой, это что такое, ого, без рук, там кто-то что-то моет. Но это было лет, не знаю, 10, наверное, назад. То есть про существование этого, да. Мы уже знали давно, а вот в России, ну, не знаю, в 20-м году, в 19-м, у меня отец тоже поехал. Мы, короче, начали перестраивать мойку, реконструировать. Это все было перед вашими глазами. Мы ее реконструировали и думали, что делать либо ручную, либо там что-то как-то поменять. В итоге отец где-то у себя в городе, в Чехове, увидел мойку робота, заехал туда, помылся такой. Ребята, классная идея, нужно подумать на это. Тоже на бесконтактную? Да, на бесконтактную. Ну, в общем, он увидел и понял, что это должно зайти. Мы все посвящались, посмотрели и решили, что да, это классная идея. То есть до этого здесь была ручная мойка? Ручная мойка была, да. И мы когда делали реконструкцию, мы не предполагали то, что мы будем делать робота. Мы просто, ну, она уже такая была, как бы, видок у нее был не очень. Мы решили, что нужно переделать. А почему решили отказаться от концепции ручной мойки и все-таки поставить робота? Потому что персонал. Очень сложно подбирать персонал. Люди. Все это занимает время, да. И плюс еще очереди. Ну, то есть в основном, вот мы посмотрели по статистике, в основном люди делают не комплекс, а моют там кузов, ну, то есть побыстрее. Получается, что люди, которым нужно помыться там за 15 минут, они ждут полтора часа, потому что перед ними комплекс. Короче, реально есть такая проблема. Да, да. То есть мы вот по статистике поняли то, что нужно что-то менять и как-то решать эту ситуацию. Во-первых, надо признать, что когда ты просто устанавливаешь оборудование кому-то, и когда оборудование находится в эксплуатации у тебя, это две разные вещи, потому что когда это от работы оборудования зависит прибыль твоя, это очень сильно влияет на то, как настроено оборудование, как оно работает. Ты больше разбираешься в эксплуатации, ты понимаешь, как его нужно настроить, чтобы клиенты были довольны. Это реально совсем другая картина. Значит, прежде чем мы открыли мойку, мы нашли много моментов, которые нас не устраивают. Это была и проблема с тем, что рукав, когда проходил сзади, возле заднего бампера, он бил не под прямым углом и не промывал номерные знаки. Мы меняли алгоритмы мойки, настройки, когда, где рукав должен поворачиваться. Сейчас вниз смывает под углом, под таким, а обратно будет идти вот так. Это важно, потому что так промываются лучше номерные знаки. Второе, с чем мы столкнулись, это новогодние праздники. Мы открыли мойку 1 января, но уже с 15 декабря все подрядчики почему-то переставали работать. Если хочешь повесить вывеску, ты этого сделать не можешь. Если ты хочешь подключить онлайн-кассу к терминалу, ты этого уже сделать не можешь. Нас подвели реально подрядчики. Но мы приняли волевое решение открыться 1 числа. Блин, все нормальные дети сейчас подарки новогодние распаковывают, а я тут ерундой занимаюсь.
Вот что бывает, когда твой папа директор по маркетингу, именно 31 числа ему надо открыть мойку. И мы были вынуждены как-то выкручиваться, поэтому оплату мы принимали наличными. Приходилось выходить администратору и каждого клиента встречать. А учитывая, что это морозы, плюс это неудобно для клиента с кем-то коммуницировать. В общем, это однозначно минус и негатив. После того, как вы поняли, что будете идти в робот-мойке, приняли решение, потом у вас был этап выбора оборудования. Очень долго это было. Мне кажется, мы полгода выбирали. Мы посмотрели просто все. И итальянское мы смотрели, американское. Даже какие-то питерские ребята делают у нас мойки. И, в общем, мы все перешерстили. Там мы в командировке ездили, смотрели это все оборудование. В итоге вот выбрали этот диджей. По городам ездили? Ну, только в Питер. Почему диджей? Какая мысль была изначально? Принял такое решение. Этих моек нет нигде здесь. То есть, ну, вроде как более-менее эксклюзив. И, ну, мы посмотрели все это. На самом деле это прикольно, потому что... Если сравнивать, например, везде в городе открываются 360, то у DG точно преимущество, потому что у нее априори качество отмыва выше за счет горизонтального рукава. Вот, да, это все было, ну, изучено, и решили, что да. Что нужно. Короче, брать типа как конкурентное преимущество. Ну, да. Наверное, что для вас самое интересное. Мы в первый же месяц ударили автомобиль, причем сделали это так, что разбили заднее стекло, и нам пришлось выплатить клиенту 70 тысяч рублей. Это произошло сразу из-за двух проблем. Одна была связана с неисправностью датчиков, вторая была произошла с системой безопасности, и эти два случая совпали одновременно, что вообще в диковинку. Но в любом случае это опыт, и мы разобрались в нюансах, из-за чего это происходит, и исправили эту проблему. Как это неловко, когда люди подъезжают и возле них что-то рассказывать. Вы выбрали оборудование, что произошло дальше? Дальше произошло очень много чего. Мы не могли его настроить. Ребята, которые поставляли нам это оборудование, обещали там золотые горы, что они все сделают очень быстро. Мы должны были открыться там буквально там, за 3 месяца, по-моему. В итоге это все затянулось, они не могли его настроить, и мы сами, ну, то есть мы купили, а что, как этим пользоваться, естественно, мы и не знаем. Вот. Я тут вставлю комментарий, что это не мы были. Это были не они, да. И, в общем, с этими ребятами очень долго мы там нарвались и просто, и они там все, ой, этим не знаем, как это сделать, это не знаем, сейчас там инструкции, вот это все длится, сделать они ни хрена не могут. Аппарат этот ни хрена не мы, а этот нельзя. Нормально. Он ничего не моет, не отмывает, и мы уже не знаем, что делать, уже и химию, и ту, и эту, и, блин, третью, и вообще, и там, какую только не выбирали, все равно ничего не получается. В итоге мы уже там руки опустили, не знали, что делать, а потом... По счастливой случайности мы нашли вас. Прикольно. И с вами все пошло супер быстро, за что мы очень благодарны, честно говоря. За первый месяц работы мы помыли в среднем 40 автомобилей. Для вас, скорее всего, еще непонятно, что такое 40 автомобилей. Это много или мало? Хочу отметить, что мы запустили телеграм-канал, в котором я публикую все реальные цифры и показатели с этой мойки. Оперативно. То есть здесь мы с вами встречаемся один или два раза в месяц, а в телеграм-канале я публикую реальные показатели этого объекта, какая выручка, сколько автомобилей было вымыто, какое время простое, какой средний чек. И если вам интересны все эти данные, то переходите по ссылке в наш телеграм-канал, подписывайтесь и следите за этой мойкой в режиме онлайн. Вопрос, сколько прошло времени? Вот, например, вы заказали оборудование. Сколько до того момента, как вам его сюда начали монтировать, и с момента до того, как обратились к нам? Это какие промежутки были? Я сейчас, честно, не вспомню. Но больше, чем полгода. Это было очень долго. Это прям очень долго. Я точно знаю, что, мне кажется, я почти... Ну, точно. Может, полгода, год. Мне кажется, ближе к году. Наверное, типа, даже, потому что да. Я мимо ездил, и я все время скорее думал... Скорее всего, вот мы закрыли, получается, ее. То есть у нас, мы еще не знали, какое оборудование. Мы долго его выбирали. Все были споры, там, какое выбрать и так далее. Вот эти все, я говорю, командировки, mm-hmm. Питер, не Питер. То есть вот это долго было. Потом мы поставили это оборудование. Ну, вот, наверное, с момента его дислокации здесь и... До момента того, как мы решили все-таки с ними попрощаться, ну, полгода, да. Как получилось, что обратились в нашу компанию? Типа, с каким вопросом и какая задача? Это было очень, я не знаю вообще, как вы вас нашли. Кто вам позвонил, Елена или кто? Да.
Да. Ну вот. Ну, да, от вас поступил звонок, и была боль озвучена о том, что очень долго не можем запустить оборудование, и было несколько вариантов. Первое, либо купите у нас его, пожалуйста, потому что либо найти, кому его продать, либо помогите запустить, либо что-нибудь еще было примерно вот в такой концепции. Крик о помощи, ну потому что мы правда не знали. Сначала это как крик о помощи, одновременно мы просто очень сильно сейчас занялись направлением франшизы, и как раз у нас менеджер по продажам говорит, ребята, вот типа есть люди, у них есть вопрос, а я... Они еще сказали локацию, я ее знаю, я подумал, что это как бы, ну, типа, судьба, потому что и оборудование Лисулош, я знаю локацию, и как бы у вас возникли эти проблемы, что уже почти год не можете запуститься, и как бы вот произошла такая вот магия, прикольно. Вы снимаете для своего какого-то, да? Ну, мы сейчас двигаемся во франшизу и рассказываем про то, как мы развиваемся. Это первый объект, который мы по франшизе открыли с партнерами. И рассказываем вот о всех сложностях. А цены одинаковые у вас? Не на всех, на разные объекты. Потому что разное и количество моек вокруг, и цены разные, и условия, трафик, да. Вы, то есть, не диктуете по франшизе цены? Нет. Прошел первый месяц. Какие впечатления от работы? Что хорошего, что плохого? Мы с вами, когда сидели на переговорах, вот у нас были вот эти бумажечки по поводу того, кто там, ну, какие будут выручки за первый месяц, и вы нам вообще сказали, ну, первые 3 месяца там будут выручки плохие, нулевые, там, и в минуса пойдете, а потом, типа, в плюс. Мы такие, очень странно, как бы, ну, как-то нам это не понравилось. В итоге по первому месяцу у нас там выручки 430. 470 даже. 470. По-моему, могу ошибаться, но примерно, и, да, 450. Минусов никаких нет, но мы очень довольны. То есть это прямо, это из-за... У нас просто тоже очень важно, мы когда с кем-то ведем общение, стараемся не преувеличивать реальность. Все правильно. Мы тоже, когда рассчитывали, да, мы такие, есть там плохое исход событий, есть хороший. Но как бы на хороший мы, ну, привыкли не рассчитывать. В итоге мы смотрим, ну, ого. Поэтому мы специально подготавливали, что могут быть разные ситуации, потому что мы-то верим и понимаем, что можно сделать. Но не хочется человеку вселять уверенность, что типа сейчас мы тут это, и все получится. То есть задача какую-то реальность соблюсти с проблемами. Короче, мы очень довольны первым месяцем. Прям. А какие переживания были? Вот вы по-любому пришли, встретились с нами, и какие, ну, ребята, и с ним по-любому были переживания. Нет, с вами не было, правда. Мы первый раз поговорили и, ну, решили, что все, это вы прям... А что ключевое было в принятии решения? Почему все-таки решили работать с нами? Моек у вас много, и как-то доверие вы внушаете. Доверие, типа. Компетентное вроде. Мне показалось, что вы достаточно. Получается, первое доверие. Типа опыт, то, что 20, ну, большое количество объектов у нас, да, есть. Да, то, что вы, ну, так как здесь вы всегда можете это отремонтировать, помочь вы с этими вопросами. То есть сами бы вы, я не знаю, как бы мы с этим справлялись. А тут есть вы, которые всегда на подхвате, помогаете и так далее. То есть у вас уже есть информация определенная по поводу этих моек. Клево, спасибо. Это большой плюс. Реально было много сложностей и технического характера, и в плане процессов. Но отмечу классно, что по финансовым показателям, которые мы планировали, мы идем чуть ниже положительного прогноза, но и чуть выше среднего прогноза. Че, как дела? Все нормально? Да. Я еще хочу сказать. По поводу технической части, мы когда установили это оборудование, проводили вот эти тестовые испытания, и на некоторых машинах она, когда моет сзади, вот есть, как это объяснить, на багажнике, не, даже не спойлер, а просто, ну, есть какая-то форма багажника, вот как на Каене, например. То есть у них вот там, ну, это не спойлер, а вот какая-то... Сверху? Да. Козырек вот этот сзади. Козырек, и он его не промывает. Вот, и ребята, которые его установили, такие, да это никак невозможно сделать, все тут, как бы, вот она так и моет, мы все, ужас, сейчас все продавать, закрывать, работать с этой мойкой у нас не будет. Приходят ребята такие, а, так сейчас исправим, все будет работать, и на следующий день такие, смотри, все работает, все замечательно. Если честно, мы тоже немножко офигели с этой задачей и поняли, что ее точно надо решать, и мы меняли программное обеспечение. Это, на самом деле, реально было сложно, мы до этого не делали, но получилось, и реально, о, клево. Ну, у вас все получается, мне кажется. Все получается, да. Круто. Вообще эмоции. Очень поделюсь.
Реально, посмотрите, сколько автомобилей приезжает к нам на мойку. И реально есть ощущение, что делаем что-то нужное для людей. И реально вот эти все проблемы, которые возникают, что все ты решаешь, это реально приносит результат. И это кайф же, офигенно. Но хочется сделать еще лучше. И самое клевое, что есть понимание, что надо доработать. И я думаю, тогда вот прям будет супер вообще. Хотелось бы обратную связь, как получить отзыв о работе, что хорошего, может быть, что плохого, может быть, что супер нравится, может, что-то супер не нравится, чтобы дать обратную связь, возможно, нашим будущим партнерам. Что супер не нравится, такого точно нет. Нравится абсолютно все, вся вообще структура вашей работы. Очень нравится то, что максимально оперативно все делается. То есть возникает какой-то вопрос, ребята прям, ну, вот, я не знаю, 15 минут уже есть ответ, или он там решается, и, короче, все это делается у ребят очень быстро. Также вот касательно того, что именно франшиза, именно умная мойка, плюс в том, что не нужно тратиться одному объекту на рекламу, там, на менеджеров всяких и так далее, потому что это все вскупе гораздо удобнее и дешевле выходит, нежели делать это все по отдельности. Вот. То есть это прям огромный плюс. Еще важный момент, о котором забыли рассказать, это проблема с задним колесом. Очень часто, когда приезжаешь на робот-мойку, тебе говорят, если у вас в автомобиле запасное колесо висит, то мы автомобиль не моем. Это происходит потому, что часто на роботах была проблема, что робот из алгоритмов мойки задевал это колесо и царапал его. Это реально дорогое удовольствие. Мы же на своих объектах смогли расстроить это так, что теперь этих проблем не возникает ни на оборудовании LaceWash 360 и не возникает больше на оборудовании LaceWash DG. Мы эту проблему решили и теперь на своем примере всегда моем и даже автомобили с запасными колесами. Я на самом деле считаю то, что в наше время, если ты не под каким-то брендом, который, ну, у него несколько объектов, то ты не выживешь. Лично мое мнение. Тяжело реально, да, когда одна точка. Тяжело очень запустить сайт, запустить CRM-ку, да, маркетинг, все. Да, невозможно вообще. Да. Ну, опять же, вот, приложение, то, что есть приложение. Мы бы сами на свою точку одну не сделали бы приложение, так оно все работает суперудобно. Короче, франшиза – это да, это гораздо лучше, чем в одиночку работать. Значит, какие планы? Прежде всего у нас стоит показатель возвращаемости клиентов и удовлетворенность всех, кто к нам приезжает на этот объект, это прежде всего. Второе, что мы вам уже, в принципе, показали, это удовлетворенность наших партнеров от совместной работы. Это тоже, считаю, очень важный, значимый показатель, который характеризует всю проделанную работу. И третий момент, который вас, скорее всего, интересует, это какие цифры по этому объекту. Во-первых, вы можете оперативно видеть эти цифры в нашем телеграм-канале, повторюсь об этом еще раз. И, наверное, я сделаю еще один выпуск с финансовым показателем, где я реально разложу все цифры. Сколько времени простоя было на этом объекте, какая выручка, сколько автомобилей помыли и так далее. В общем, до того, как мы начали работать с ребятами, у нас был другой терминал, он выглядел максимально колхозно. И вот если здесь все так красивенько, сенсорно все видно, там картинки какие-то, то там была просто такая ужасная коробка, в которой там парочка кнопок. В общем, есть разница в каких-то мелочах, из которых складывается общее впечатление. Да, то есть это вроде как мелочь, на самом деле совершенно не мелочь. Вот я говорю касательно этого терминала. То есть ты на него смотришь, и он приятный, симпатичный, и все там удобно сделано. А вот то, что у нас было, ну это прям ужас. Нам его привезли, я смотрю, боже, это что вообще? Но это прям ужас какой-то был. Здесь вот, ну даже вот в этом, то, что вы молодцы. Оно из мелочей реально складывается впечатление, потому что клиент приехал, тут как бы не очень, тут некрасиво, да. Тут здание не очень, роботом не работает, здесь. Чуть-чуть не домывает, чуть не досушивает. А когда оно на каждом этапе везде постарались, сразу другое впечатление, либо сразу чувствуется у клиента забота. Что можно сказать тем людям, которые вот тоже думают, там, работать с нами или не работают? Работать! Классные ребята, правда, очень классные. Конечно, работать, да. За слова отвечаем? Да, да, безусловно. Клево. Даже больше, чем отвечать. Больше даже? Зафиксировали. Ну, если это видео для вас оказалось интересным и такой формат заходит, то, во-первых, не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать видеоролики. Во-вторых, не забудьте поставить лайк этому видео, это реально важно для нас. И если у вас возникают вопросы, то не стесняйтесь, пишите их в комментариях. До встречи в следующем выпуске, расскажу о цифрах. Пока!